Мадив с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на трейлер фильма по Undertale. Да, именно, трейлер фильма по Undertale. Я сам сначала думаю, что? Ну вот я реально увидел, что это трейлер фильма по Undertale. Окей, погнали смотреть, оценивать вместе, скажу свое мнение насчет этого. Iron Horse Cinema. Окей, это Фриск. И она умеет открыть глаза. Не канон! Не канон. Many, many years ago, two races ruled the earth. Ториэль. Блин, а чё такое всё мрачное? Почему всё настолько мрачное? Я как бы... Когда играл в Undertale, я чувствовал ту дружескую атмосферу, тёплую. А тут всё в очень мрачных и холодных тонах больше. Но это рассказ нам пролог. Битва, как люди с монстрами воевали. Будто смотрю сейчас часть Игры Престолов, и не знаю, какую-то. Ну, Ториэль очень становится. Такое ощущение, что сейчас придет ведьмак и будет охотиться за ней. Серьезно. Пес побольше. Флауи мы видели. Санс вообще! Так вообще же он не шутки будет шутить, а будет тут всех убивать. Серьезно, он будто он главный злодей. If you leave this place, I cannot protect you. Все очень мрачно. Будто я не смотрю не Undertale, серьезно. Будто в текущий момент я вижу. Иное, это я не сказал бы, что это Undertale, будто персонажи взяты оттуда, и история совершенно другая. То есть все слишком мрачно. Окей, Флауи. Не знаю, почему решили разработчики этого фильма, создатели, сценаристы сделать его именно мрачным, потому что, мне кажется, не самая лучшая идея. Undertale играет, во-первых, младше аудитория, то есть дети в основном, да, то есть даже я в основном частично еще ребенок. Мне понравился Undertale, потому что там на все настолько, знаете, наивно, так по-детски наивно, так по-детски хорошо, вот эта музыка, персонаж запоминающийся. Тут лично все сделано так, будто я смотрю Ведьмак ночью, то есть вот что-то такое, когда Ведьмак еще и ночью, это очень мрачно, или, ну это странно. Ториэль выглядит реально как монстр, которого сейчас придет Ведьмак и будет из него демонов сгонять, там тыры-пыры, это... Короче, нужно еще осмыслить, но мне лично кажется, чтобы не переборщили. Возможно, только в трейлере, возможно, потом, когда там уже будет Сноудин, если он там будет, конечно, и там Жаркоземья и так далее, территории, то там будет более... Все красочно и ярко. Хотя, честно, пока я в этом сильно сомневаюсь. Ребята, пишите ваше мнение в комментариях. Это лично мое мнение. Пока я очень скептически пока отношусь к этому фильму. Можете сказать свое мнение. И также подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте. Будьте молодцами. Я вас всех очень люблю. Вообще классные. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новостях канала. Всем удачи и всем пока-пока.